Привет всем, это Сабрина из Russian Homestead Girl и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня мы со семьей поедем за город в деревню посмотреть красивый осенний пейзаж. Поехали с нами! Много меняется с каждое время года. Так классно. Я помню, как мы здесь были, мы где-то в деревне, просто по дороге, и мы были здесь летом, и тогда все было, конечно, все было зеленое и очень красиво. Но здесь сейчас осень, и очень-очень красиво. Так классно, как все меняется. Вот мы. Летом мы устроили пикник здесь. Классный лес. И там, не знаю, если видно, но там есть что-то голубое. И это родник. И летом там здесь были лошади. Привет! Это на самом деле следующий день, то есть мы были в деревне вчера. Но я хотела взять этот момент и сказать большое, огромное спасибо тем, кто, то есть всем, которые отправили мне поддержку. Я очень это ценю, и я написала вам, в описании я написала вам сообщение, особенное сообщение. Спасибо вам огромное. Я очень это ценю.
Это все на сегодня. Я надеюсь, что вам очень понравилось. Если да, пожалуйста, ставьте лайк, напишите комментарии вниз. И до следующего раза на моем канале. Пока-пока!